В этом обновлении нам добавили, как я уже могла бы сказать, новых магических лошадей и питомцев. В этот раз Гарри Готланд решил навестить нас в Фортпинто. И это очень необычное место, потому что в этот раз привезли необычных лошадей. В этот раз к нам привезли вот таких вот морских красавцев, красавиц, не знаю, кому как угодно. Одну лошадь называют Кампас, причем легенды у них немножечко отличаются, но они все с одного острова, по легенде, обязательно же. И Телина. Очень классные лошадки. Вначале, когда я их увидела, это были какие-то смешанные, кстати, чувства, непонятные мне, потому что они вроде бы мне и понравились, а вроде как, зачем мне еще два халтикинца, у меня один, и мне его хватает, я и так на нем редко катаюсь. Но когда я увидела их вживую, непосредственно в игре, я так в них влюбилась. Ну, я имею в виду именно в магический облик. Масти, кстати, у них интересные, но мне они чего-то как-то не особо зашли. Вы их сможете увидеть уже непосредственно в игре, их масти, или в моем видео о покупке этих лошадей, потому что я обязательно буду их покупать. Они мне чем-то напоминают Monster High, Школу Монстров, как угодно. И там есть такой персонаж Лагуна Блю, она как раз морская или пресноводная. По-моему, она морская. И вот мне она очень напоминает вот этих вот лошадок. И прям мне так понравилось, потому что это мой еще любимый персонаж. Также Гарри Готланд... Голтут... Почему я его Готланд вечно называю? Привез вот таких вот маленьких панда-скатиков. С Гарри в этот раз поговорить не получается. Но мне, кстати, очень нравится украшение на его шапочке. Оно еще так переливается. Я бы хотела себе такой ободок на игрового персонажа. Вот таких два панда-скатика. Что-то как-то подлагивает, не показывает. Но, в общем, вот такой вот есть симпатичный фиолетовенький, который сочетается с сиреневой лошадкой, или с голубой. И вот такой вот нежный розовый, вот с такой вот милой звездочкой на спинке, которая сочетается с жемчужной лошадкой. Вот такие вот милости доступны у нас в Star Stable до определенного времени. Гарри Готланд, если что, будет находиться здесь 2 недели, и это до 17 числа. И до этого времени вам есть возможность купить этих замечательных лошадок и этих замечательных скатиков. Скатики по 400 СК, лошади, да, дайте-ка вспомните, по 850 СК. Вот. Но, если честно, как бы эти лошади действительно на любителя, но мне они очень понравились, поэтому я их точно буду брать. А также заденем немножечко информацию об одновременно ужасном и прекрасном, в зависимости от ваших взглядов. Разработчики показали нам, что они собираются обновлять английскую чистокровную лошадь, они дали подсказку. Но вот буквально вчера вышел видеотрейлер данной породы. Люди, конечно же, как всегда, разделились на 2 лагеря, кому-то нравится, кому-то не нравится. И мне тоже очень сложно думать, нравятся мне эти лошади или нет. Также вы уже в интернете можете найти спойлеры о их масти. Масти, кстати, мне очень нравятся, но... Тут сложно. У них очень большие ноздри, но у англичан они, в принципе, были большие изначально. У них какая-то нереалистичная рысь. Вы можете сами, кстати, посмотреть на официальном канале Star Stable и сами понять, как к вам в новой модельке англичан. Мне не нравится рысь, она потому что мне напоминает какую-то рысь Фриза, не в обиду Фриза, но она мне как-то не зашла. Мне больше нравится старая рысь старых англичан. Поэтому сейчас разработчиков закидывают комментариями о том, что вообще слишком много лошадей, что они их выпускают слишком часто, что зачем столько магиков. И не прошло 2 месяца, как выпускают следующую обычную лошадь, хотя только-только недавно нам добавили последних квотеров. В общем, сейчас в Star Stable среди фанатов идет борьба, жесткая борьба. Вот. И, если честно, даже я могу подтвердить то, что Star Stable становится слишком простым, менее душевным, чем когда-то. Но это мое личное мнение по поводу всего этого. А на этом все.
Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам и до встречи в следующих видео.